Просто Гомель, любимый. Первая персональная выстава фотографа Александра Весніна открылась у Центральной городской библиотеке имя Герцена. Экспозиция промеркована до 75-й годовины с дня вызволения Гомеля от фашистских захопников и хода Малой Радимы. Больше как 20 фоторабот адлюстровывают прихожие кутки и в улице областного центра. Автор показывает, что зачарование Гомеля находится часом у самых звычайных речах. Достатково прогуляться уздовж раки, познаю с вавёрками у парку и наведать городское свято, каб канчаткова закахаться у гэты город. Любимых фотографий, наверное, нет, потому что на каждое какое-то маленькая история есть у нее или предыстория. Процентов на 60 представленных работ они входили в книгу фотоальбома Гомеля «Город над сожем». Дарэчы, Александр Вяснін родом з Латвіі, але большую частку жыцця правёў у Гомелі. Ён прымаў удзел у стварэнні некалькіх фотоальбомаў пра абласны цэнтр, але асаблівую папулярнасць атрымаў дзякуючы сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы. Там ён выкладвае рэтрафатаграфіі Гомеля і атрымлівае каментарыі і водгукі з США, Канады, Германіі, Англіі і іншых краін.